Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я, Екатерина Стихина, и обзор азиатской сессии от 18 января. В среду акции в Японии и Австралии начали на подъеме, но, несмотря на такой в целом позитивный старт, торговый день обещает быть очень нестабильным. Подробности далее в нашем видеообзоре. Недавний подъем фондовых рынков все же дает некоторую надежду на получение прибылей. Однако угроза рецессии сдерживает рост акций и снова перенаправляет части активов в более безопасные гавани – трежерис и доллар США. Особенно этот поток усилился после вчерашнего отчета Goldman Sachs. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков не оправдал прогнозы и сообщил о худшем снижении своей прибыли за последние 10 лет. Ее уровень в четвертом квартале 2022 года упал на 66,3%. Для сравнения у Morgan Stanley этот показатель составил около 40%. Однако рынок посчитал этот результат позитивным, так как он превысил ожидания инвесторов. Об уровне страха или нестабильности настроений на рынке можно судить по показателю индекса фондового рынка США WIX. Во вторник, 17 января, этот индекс упал до самых низких значений за последние 10 месяцев с апреля 2022 года к отметке в 19,2. И чем индекс уходит дальше под линию 20 пунктов, тем больше снижается уровень тревожности и опасений инвесторов. То есть рынки стабильно растут, а само снижение ВИКС можно воспринимать как хорошую возможность для спокойных покупок. Как видим накануне публикации очень важных данных по индексу цен производителей и розничным продажам в Соединенных Штатах, фондовые биржи к панике совсем не склонны. Большинство инвесторов, а именно 94,2% согласно индикатору семьи FedWatch по-прежнему убеждены, что Федрезерв США все-таки смягчит свою истребиную позицию. В настоящее время рынки оценивают вероятность небольшого повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в феврале. И это приводит к новому падению доходности казначейских облигаций США и, возможно, удерживает быков по доллару США от агрессивных ставок. Одновременно статус доллара убежища тоже укрепляется на фоне растущих опасений по поводу более глубокого глобального экономического спада. Под влиянием этих противоположных векторов и в ожидании статистики по Соединенным Штатам позже в американскую торговую сессию, Greenback по индексу консолидировался в диапазоне отметок 102.40 и 102.90, а в азиатскую сессию цена доллара США по отношению к аналогам по корзине валют также укрепилась на падении иены и торговалась на уровне 102,5 пунктов. Японская иена ослабла более чем на 2% после поступившего сегодня заявления Банка Японии. На своем январском заседании японский регулятор не оправдал ожиданий в дальнейшей корректировке и оставил все прежние настройки без изменений. То есть базовая ставка все еще находится на минусовом уровне – минус процента, а вот целевая доходность десятилетних облигаций – на нулевом – при этом Центробанк также сохранил ограничения на покупку облигаций на уровне полупроцента и подчеркнул, что не стремится ослабить контроль над их доходностью. Между тем, специалисты рынка по-прежнему считают, что Банк Японии начнет менять свою политику уже в июне или еще раньше, даже в апреле. Через три месяца нынешний глава ведомства Хрухи Кукурода может уйти в отставку, а вместе с ним и проводимая им последние 10 лет монетарная политика. Однако в нынешнем своем виде Банк Японии пока остается сверхглубинным по сравнению с его основными коллегами. Согласно его отчету, регулятор по-прежнему ждет, когда высокая инфляция приведет к устойчивому росту цен и повышению заработной платы в стране. На фоне дорогого импорта сырья Уровень жизни в Японии снижается, и рост зарплат эту проблему должен решить. Главным виновником снижения уровня жизни домашних хозяйств в Японии весь последний год был курс национальной валюты к доллару США. И когда финансовые чиновники не оправдали высокие ожидания рынка, иена стала стремительно обесцениваться и торговалась в Азиатскую сессию уже на уровне... 130 иена 20 цент за доллар. Из-за бездействия японского регулятора пара доллар-иена показала самый большой дневной скачок за 7 месяцев. Чтобы понять, почему иена сегодня ослабла так стремительно, нужно вернуться к событиям декабря и решению Центробанка Японии расширить диапазон доходности государственных облигаций. Тогда рынки расценили такой шаг, как начало новой денежно-кредитной политики. И иена укреплялась, можно сказать, авансом. Когда же сегодня никаких изменений не произошло, эти ставки были аннулированы, а курс пары оказался перед прежней зоной поддержки между уровнями 130.40 и 131.70, который теперь может стать новым сопротивлением. В краткосрочной перспективе японская валюта кажется очень уязвимой. В азиатскую сессию ее курс к доллару США продолжал расти в диапазоне между уровнями 128.10 и 131.60. Но теперь для движения иены весь акцент снова сместился на внешние факторы. Поэтому более мягкие цифры по статистике в США могут помочь паре немного снизиться. Для австралийской валюты в ожидании американской статистики и возможных движений доллара США ситуация в начале торгового дня складывалось, в принципе, благополучно. Некоторую поддержку австралиец получил на ожидание повышения ставки Резервным банком Австралии. Кроме того, оптимизм по поводу восстановления экономики Китая – тоже работает в пользу австралийца. Тем более, что Народный банк Китая продолжает вливать ликвидность в рынок, а сезон продаж и поездок накануне китайского праздника весны в ожидании нового лунного года, по нового китайского нового года. Переживает в стране настоящий бум. Китай начался для, открылся для мира после трех лет изоляции и теперь все готовы встретить этот праздник по традициям. Так что восстановление потребления во второй по величине экономики мира придает импульс роста юаню, а вместе с ним и австралийскому доллару. В азиатскую сессию среды его курс пари паре с американцем продвигался на повышение в ценовом коридоре между отметками 0,6974 и и 0,7037. Тем не менее, австралиец остается во власти динамики доллара США, а пара держится вблизи дневного минимума на отметке 0,7027. На фоне возрождающегося спроса на доллар США круглый психологический уровень 0,70 является ключевым фактором сопротивления для быков. Также внимание к паре должны привлечь показатели занятости в Австралии. Данные по австралийскому рынку труда выйдут в четверг, а сегодня трейдеры с нарастающим нетерпением ждут важных макроэкономических отчетов по Соединенным Штатам. Они будут опубликованы уже и в начале американской сессии и, возможно, придадут новый импульс движениям валютных пар. А наш обзор азиатской торговой сессии среды подошел к концу. Мы благодарим вас за ваше внимание и будем рады вашим комментариям под этим видео. Подключайтесь к следующим выпускам InstaForex TV и торгуйте с прибылью. Увидимся!